Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 26 июля 2024 года, 8 часов утра, но ужасная духота, ужасно, очень-очень жарко. Иду в теплицу посмотреть, как там продолжают завязываться мои дыньки. Я вам тогда показывала один сорт. Но я сажала несколько сортов. В сортах я уже запуталась. Потом, когда вызреет, будем определять по картинке. Они внешним видом очень-очень даже отличаются. Зайдем вот с этой стороны. Уже в теплице дышать нечем. Сняла огурчики. Буду сегодня закрывать. Вот здесь у меня дыньки завязываются. Ну, что интересно, в такую жару, ну, хоть один плод, но завязался. Но это, конечно, очень даже мало. Здесь огурчики еще у меня только начинают давать урожай. Длинные тоже, но это не китайские. Вот они, мои дыньки. Вот здесь два выкармливать будет. Что за сорт, это потом мы с вами определим. Не знаю, здесь один плодик это все сбрасывает, и это все сбрасывает. Вверху никогда не бывает, хоть и есть зависть, хоть и тянется, потому что невыносимо ужасное пекло. Ужасное. Здесь у меня вот три штуки сидит дыни. Какие сорта, не знаю. Но то, что все сорта разные, и все дали зависть. Так, это вот дыня, наверное. Так, это не играет роли. Пускай хоть низ, хоть вверх. Только надо посмотреть, если это... Не, да, это пасынок от дыни. Нужно его убрать. Ой, безжалостно. Все равно не даст ничего. А вот она сама дыня. Я ее просто прищипну. Хватит. Явиться, расти достаточно. И здесь тоже. Да, такие крепкие. Сейчас оторву потом. Так, еле оторвала. Не сочные. По-видимому, влаги не хватает, хотя каждый день заливаю. А вот здесь, наверное, ничего не будет. В помидорах у меня дыни не пошли. В перцах хорошо, а в помидорах хилые, слабые. Здесь помидоры нужно поснимать, которые налились лиловым цветом. Ну, пойдем теперь на той стороне посмотрим. Так, огурчик валяется. На этой стороне китайские все кормят огурцы. Здесь один. Было очень много, я вам показывала. Очень люкс 87. Все сбросил. Все. Один только плод кормит и все. Больше не хочет. И там два штучки. Но что интересно, люкс, а форма совершенно разная. Будем потом разбираться. Здесь везде по одной штучке. Видите, по низу, где прохладно, там все держится зависть. Где жарко, пекло, все облетает. Ладно, по одной и то. Так, а на этом вообще нету ничего. Нет, есть. Вон он, плодик болтается. Здесь есть. Но это я сажала позже. Разное время там завязывается. И здесь завязывается. Будет. На каждом будет по одному. Так, здесь общипнуть надо. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Показала вам, как продолжают развиваться мои дыньки. Пока. Будем теперь пробовать вот эту вот на вкус. Если будет очень хороша, пусть вызревает, оставим на семена, на свои семена.